Здравствуйте, дорогие мои юные друзья! Усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте сказку на ночь. Сегодня я прочту вам две короткие сказки. Первая называется «Про зайца и слона». Давным-давно в далеких индийских джунглях жил слоненок и был у него друг заяц. Это был очень большой заяц, хотя, конечно, все равно намного меньше слона. Но, несмотря на разницу в их размерах, заяц и слон были большие друзья и очень любили играть в разные игры. Однажды заяц спросил слоненка: «Кто из нас больше, ты или я?» От такого глупого вопроса слоненок чуть не поперхнулся бананом. «Ты, должно быть, шутишь!» – воскликнул он. «Ведь даже если ты встанешь на цыпочки, то еле-еле достанешь до моего колена!» Но заяц продолжал. «Это ты так думаешь! Но я говорю, что я больше тебя, и поэтому нам нужен судья, чтобы рассудить нас. Ты согласен?» «Конечно», – ответил слоненок, все еще недоумевая над вопросом своего друга. «Тогда пошли к деревне людей и спросим у них. Они самые умные среди всех животных и самые лучшие судьи». И они пошли к деревне. Вскоре наши друзья встретили людей. «Посмотрите на того молодого слоненка! Какой же он маленький, не правда ли?» Услышали друзья, как люди рассуждали о них. «Да, он еще маленький, но скоро вырастет», – ответил другой человек. Потом кто-то заметил зайца. «Смотрите, какой огромный заяц!» – закричали все. Заяц от восторга пошел впереди слоненка, гордо выпятив вперед грудь. Когда он проходил мимо, слышал, как люди восхищались им. «Посмотрите, посмотрите, какие у него лапы, а какие уши! Такого большого зайца мы никогда не встречали!» Когда заяц услышал эти слова, он обернулся к своему другу и сказал: «Теперь мы можем идти домой. Нас рассудили. Я огромный, а ты маленький». Слоненок только горько покачал головой. Он понял, что заяц взял его хитростью. И по дороге назад в джунгли слоненок, обгоняя зайца, поднял высоко ногу и сказал: «Поберегись, не то этот маленький слоненок сейчас раздавит самого большого зайца на свете». Вот такие сказки бывают про зайцев. Следующая сказка про детский сад. Мне всегда нравился чудесный дом под названием «Детский сад». По утрам и вечерам в нем весело горели лампочки-огонечки. В этот дом, как только вставало солнце, взрослые приводили детей, а вечерами забирали их домой. Детей было много. Это было настоящее детское царство. По утрам мне было весело с мамой идти в детский сад. Но когда мама уходила, то становилось грустно. Однажды я пришла в детский сад раньше других детей. Никого в группе, кроме воспитателя и нянечки, не было, и мне стало скучно. Вдруг игрушечный Мишка улыбнулся, а кукла Катя сказала мне: «Даша, иди с нами играть». Я попала в настоящий игрушечный мир. Мы играли в сказочную страну, мне стало весело и хорошо с игрушками,
я перестала грустить. Когда пришли дети, то настроение у меня было замечательным. Я сразу включилась в забаву «Веселый поезд», в которую играли Маша, Витя и Егор. С этого дня жизнь моя изменилась. Детский садик стал моим вторым домом. А теперь я выросла. Славным осенним деньком я пойду в школу. Я говорю: «До свидания, детский сад! До свидания, куклы и мишки, зайчата и мышки, карандаши и книжки! До свидания, воспитатели и нянечки, повара и сторожа! Спасибо за счастливые годы, проведенные в детском саду! Успехов тебе, дорогой мой детский сад! Скоро в школу!» Вот такие истории вы сегодня послушали, дорогие мои девочки и мальчики. Ну, а сейчас пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания. Спокойной ночи.